Здравствуйте, уважаемые гости и подписчики моего канала, вновь прибывшие, случайно заглянувшие. Я вас всех приветствую. Меня зовут Ир Сен. Спасибо вам большое за лайки, за комментарии, за ваши теплые слова. Девочки, мальчики, стараюсь ее читать в свободное время. Сегодня расклад будет на одну позицию, он будет общий, поэтому внимательно слушайте сигнификацию. Если сигнификация вам подходит, значит, это расклад для вас, и какую-то информацию вы должны из него вынести или не вынести. Это уже на ваше усмотрение. Если сигнификация не ваша, соответственно, не ваш расклад, и информация, которая придет в этом раскладе, будет не для вас. Тема расклада будет: какие перемены вас ожидают, но вы еще об этом не знаете. Поэтому давайте посмотрим, какая вот интересная тема будет у нас. Давайте посмотрим. Колода карт называется «Вселенная Таро» и «Оракул перемен». Мы будем на двух колодах сегодня работать. Так, сигнификация ваша на сегодняшний день. Кто вы? Кто вы на данный момент? Кто вы? Королева жезлов. У вас очень хорошо развита интуиция. Вы человек, можете принадлежать к воздушной... Ой, что я несу? Прошу прощения, думаю об одном, говорю другое. Можете принадлежать к огненной стихии, ярко-огненной, харизматичной, либо у вас асцендент в огненной стихии. Также может просто сейчас быть вы в таких энергиях, да, в энергиях огня, таких вот... ярких энергиях, да, позитивных энергиях, движущей силы. У вас может быть домашнее животное какое-либо, вот котик, например. Человек-интуит, кстати говоря, часто, особенно раньше, королева жезлов, это выходили как гадалки, тарологи и так далее и тому подобное. Ну, раньше таких слов таролог не было, была гадалка, да. Вот, поэтому... Часто вот именно показывали на королев жезлов. То есть хорошая интуиция, хорошая энергия, энергетика есть, да, сила есть. Вот. Женщина, лидер по жизни. Она стремится, знаете, как ваша энергия, вот вы как этот подсолнух привлекаете людей, да, вот не могу сказать, что вы прям супер-пупер любите людей, но люди вас однозначно любят, они тянутся к вам, вот, вы можете иметь что-то свое, какое-то детище свое, и, а если работаете под руководством кого-то, все равно у вас всегда есть свое мнение, вы всегда будете его отстаивать. Можете быть вспыльчивы, единственное, что, да, может быть, у вас какая-то смена настроения такое тоже может быть у королевы жезлов, но она быстро отходит. Она внутренне теплая, очень быстро отходит. То есть этот вулкан, да, она выплеснет его, и все, и успокаивается. Импульсивны можете быть, но чем старше человек становится, да, тем, соответственно, спокойнее он, да, либо просто сейчас вы в таких энергиях. Так, что еще? Кто вы сейчас у меня? Кто вы? Здесь вы либо решаете какие-то детские вопросы, связанные с детьми, да, с вашими детьми, с чужими детьми, не знаю, с внуками, это тоже может. Либо какие-то вы здесь новости получаете. Новости получаете, и что вам дают эти новости? То есть такое ощущение, что вы детскими вопросами заняты. Либо какое-то детище у вас переживания идут по поводу вашего какого-то детища, либо по поводу вашего ребенка, либо детей. Именно как переживаете, понимаете? Детище, это может быть что-то на работе связано, либо вы что-то захотели, да, то что-то новое, вот вы это взращивали, но что-то вот здесь, ну, не получается, вкладывали какую-то свою энергию. Есть некий момент переживаний. Здесь может даже плохо спите вы как-то. Может быть, здесь поздно засыпаете, проблемы со сном, да, даже, может быть, немножко, вот здесь именно как, да, внутреннее ваше состояние описывается, вот переживание есть, опять-таки, либо какое-то дело вы вкладываете сейчас, переживание по этому поводу, что-то идет не так, да, либо новости про это вот свое детище получаете, да, также здесь, может быть, опять-таки, здесь три карты детские, это может быть переживание по поводу вашего ребенка, либо ваших детей, ну, сейчас, по-моему, у нас конец мая, да, в России, я так понимаю, это конец учебного года, и, может быть, да, вот вы сейчас как раз-таки переживаете там экзамены, пора и так далее, и тому подобное. Поступление, по-моему, да, тоже он в России идет в это время. Вот.
Почему Россия? Потому что очень многие девочки меня смотрят из России, поэтому говорю про Россию. Ну, про Украину понятно, что сейчас немножечко, да, на Украине немножко другие, головная боль там. Вот, не застряй на это внимание. Так, давайте посмотрим, что здесь еще сейчас у вас. Какая-то ситуация, я говорю, вот она как-то не движется. Здесь может быть вопрос, здесь какая-то ситуация, о которой вы мечтали, которой вы шли, которой прилагали очень много усилий, она застопорилась. Вот очень медленно как-то идете, и именно из-за этой ситуации вы хотите какую-то цель добиться, что-то вот у вас, знаете, вот вы прям стараетесь, но все, вот рыцарь Пентакли — это самый медленный мужчина, рыцарь, да, в колоде, и вот эта ситуация, она очень медленно никак не продвигается. Вы даже, либо вы тут кому-то помощь предлагаете, либо кто-то вам тут оказывает, либо вы ждете эту помощь, и здесь ничего не получается. Вот, поэтому здесь вот, понимаете, какая-то вот такая ситуация долгоиграющая, это не один день, не два, да, здесь переживаний ни одного дня. Вот. Но здесь такой человек, я говорю, с такой энергетикой, у вас прям вот прям прет из вас эта энергетика, прям, знаете, такие здесь потоки сейчас идут. Но вот есть некий момент переживания, да, вроде бы все хорошо, но есть какое-то переживание. Здесь что-то вот может быть связано с денежками у вас. Может быть, ждете, да, опять-таки вопрос детей, у кого-то это вот алименты, да, то есть ждете там, либо ребенок вас ждет от вас денежки, какие-то денежные вливания, да, а вы понимаете, что, может быть, что-то не получается, требует от вас денежек, да, может быть, такое. Либо вы ждете, да, от кого-то денежки, к примеру, от вашего там супруга или еще от кого-то денег на детей, и, да, переживаете, а дадут или не дадут. То есть здесь вот переживания по поводу денежек у вас есть какие-то. Какие-то переживания по поводу денежек. Ну, опять здесь, я говорю, здесь какие-то новости получаете, вы пытаетесь как-то, знаете, и нашему, вашему стоять здесь, да, здесь какие-то сообщения, переписки, новости, что-то вы здесь получаете, пытаетесь найти какой-то баланс, пытаетесь где-то как-то, знаете, вот выкрутиться из этой ситуации сейчас. Ну, вы выкрутитесь, здесь карты говорят, что вы выкрутитесь. Вы такой человек, знаете, вы здесь выкрутитесь. Вот, поэтому сейчас вот энергия, поэтому вам здесь просто как совет немножечко, да, не накручивайте, очень много накручивайте себя, не накручивайте так сильно. Так, давайте посмотрим, какие перемены вас ожидают, какие перемены, о которых вы даже не знаете, да, какие перемены у вас здесь будут в вашей жизни, какие перемены. Итак, смотрим, какие перемены, о которых вы еще не знаете, но они произойдут у вас. Дух местности. Так, смотрим. Тут интересно, женщина и женщина. Так, что эта карта означает? Какие перемены здесь у вас будут? Но опять, смотрите, вот эта ситуация с вашими деньгами, да, она разрешится. Вот то, что вы переживали по этому поводу, да, вам здесь помогут. Может быть, опять-таки, вы обращаетесь к высшим силам. Карта мага, карта духа местности. Вы можете обращаться к своему роду. И, кстати говоря, здесь поддержка вашего рода очень сильно у вас. Особенно со стороны как-то женщина какая-то вам очень сильно помогает. Женщина и женщина. Вот. В вашем роду были какие-то люди, которые благодарны. Дали эзотерическими знаниями, способностями. Так, но сейчас не об этом, да, какие изменения, перемены вас ожидают. Вот эта ситуация, да, связанная вот с деньгами, которая вот сигнификация у вас была, да, и вы по этому поводу переживали. Шестерочка жезлов говорит нам о том, что здесь вы... Вот эта вяло текущая история, она у вас закончится. Вам будет дан шанс, и дан шанс со знаком плюс к себе. Здесь будет помощь человека. Ну, дух местности, да, это если вы обращаетесь к высшим силам, карта мага, да, либо там обращаетесь к своему роду, помощи просите, да. Здесь вам говорят, что вас слышат, и вам предоставляют вот этот шанс, да, вам дадут шанс, вам дадут какую-то помощь. Для кого не актуально вообще план магии, эзотерики, там, да,
Бога и так далее и тому подобное. Здесь просто имеется в виду, что какая-то женщина, вот дух местности, ну вот в том месте, где вы живете, да, как-то вот она вам поможет. Именно будет помощь со стороны какой-то женщины. Может быть, я не знаю, это адвокат ваш будет. Может быть, еще кто-то, если не планмаг. Но почему-то мне идет прям, знаете, какой-то человек, который обладает эзотерическими знаниями. Да, у вас здесь будет победа. Вот эта ситуация, перемена в этой ситуации, на которую вы сейчас переживаете, здесь будет перемена однозначно. Причем перемены, говорю, здесь будут к вам в плюс, понимаете? Вот все разрешится намного даже лучше, чем вы планировали. Вот как-то вот так, понимаете? Здесь вы вырулите эту ситуацию, у кого-то алименты, у кого-то деньги, да? Но здесь вот даже если это деньги, вы ждете деньги, здесь получите даже, может быть, больше, чем вы планировали, понимаете? Поэтому первая перемена, вот вашу сигнификацию, да, вот эта история, эта ситуация, из-за которой вы переживаете, она здесь разрешится со знаком плюс вам. Вам помогут здесь какая-то женщина. Здесь больше, да, здесь, понимаете, какая-то ситуация, карта повешена. Вот вы как в состоянии жертвы были. Вы в каком-то своем болоте сидели, не могли из этого болота выйти. Вы чувствовали себя как жертва, да, вы не чувствовали почву под ногами. Вот что-то как-то выбило, да, вас из колеи здесь и подвесило, какое-то подвешенное состояние, эта ситуация была, она здесь разрешится. Я говорю, здесь шестерка жезлов, это карта победителя, поэтому, да, здесь будет у вас разрешение этой проблемы, поэтому вам и сказали изначально карты, да, в вашей сигнификации, чтобы вы немножко прекратили себя накручивать, да. Немножко подотпустили вот это вот накручивание, потому что то, что вы посылаете во Вселенную, то она дает вам в ответ. А задумайтесь просто, да, какие сейчас энергии вы посылаете во Вселенную. Вот вам на это еще стоит обратить внимание. То есть здесь перемена будет вот в этой ситуации. Так, что еще у нас? Здесь документы. Получите вы какие-то документы. Кто ждет документы? Не знаю, там из суда, документы на визу, документы на дом, завещание, там, не знаю, нотариус, документы на поступление. Да, или на выпуск какие-то, кто-то там выпускается, а кто-то тут поступает, где вы здесь получите эти документы, да, перемены здесь будут у вас в каких-то документах, может кто-то выйдет замуж, женится, да, тоже документы, тоже поставите какую-то официальную печать, то есть здесь какие-то перемены в ваших документах будут. Давайте посмотрим, положительный или неположительный будет, что у вас здесь будет. Что эта карта означает? Здесь либо работа, либо дети. Смотрите, здесь либо работа, либо дети. Вот четко показали. Если вы ждете документы по поводу денег, работы, здесь вы их получите. Примут вас на работу, официальный заработок здесь будет. Да? Если вы ждете здесь дети, просто здесь опять детская какая-то тематика, ждете документов на поступление или документы на детей или от детей, здесь вы получите. Однозначно здесь получите эти документы. То есть здесь опять-таки идет какие перемены. Вот вы получите эти документы, которых вы ждете. Да? Либо дети, либо документы, что-то связанное с работой здесь. Но однозначно вы получите эти бумаги, которых вы ждете здесь. Да, вы здесь прям стоите, смотрите, вот ждете вы эти документы, какие-то бумажки вы здесь ждете, и что-то не можете дождаться всего этого. Да, здесь будет прям движение. Если кто тут визу ждал, хотел куда-то поехать, здесь тоже, да, получите визу, здесь вы поедете куда-то, собираетесь. Ну, здесь движение. Здесь задействован какой-то мужчина. Вот, может, от мужчины ждете документов, либо хотите поехать к мужчине, и вам нужны документы. Здесь вот однозначно говорят, что здесь шанс будет, дадут вам как-то разрешиться все это. Да, ну здесь разрешится. Спросила, каким образом. Здесь немножечко, конечно, нерв вам будет протреплен, но решится все со знаком плюс вам. Здесь вы получите эти документы, которые вы ждете. Изменения здесь будут. Ваши документы, движение вперед здесь однозначно будет. Как-то, причем карта башни как-то резко. Знаете, вы даже можете не ожидать, а оно раз и случится. Ну, башня — это резкость, да, это какой-то переворот. Вот неожиданно, нежданно, негаданно, да. Мне башня всегда нравится, что она вот резко так что-то делает. Вот, поэтому здесь вот по карте башни как-то вот прям резко ожидание закончится ваше какое-то.
Так, какие еще перемены вас ожидают? Карта банка, карта закрытости, да, карта изоляции. То есть вы здесь считали, не считали или чувствовали, или внутреннее ваше состояние было, как будто вот вы изолированы от жизни, что жизнь как будто бы проходит мимо вас. Вот здесь дьявол еще перевернулся. Какая-то была ситуация дьявольская, да, какая-то ситуация была, которая вгоняла вас в рамки, в ограничения, где вы чувствовали себя вот, вот зажато, как в тисках. Изолированность какая-то, да, здесь это состояние ваше и внутреннее, и внешнее состояние изменится. Возможно, вы даже из-за этих документов, да, чувствовали себя вот такой зажатой, как в тисках. Ну, здесь однозначно будет перемена в этом состоянии. Вот из этой банки вы здесь выйдете. Сейчас посмотрим, во что вы там у меня выйдете из этой баночки. Здесь я говорю, либо внешнее какое-то обстоятельство, либо внутреннее ваше, вот, а у кого-то и то, да, и внешнее, и внутреннее, то есть вы выходите. Так, что здесь эта карта означает? Здесь что-то связано опять, либо с обществом, либо там, не знаю, состояние. Здесь либо, смотрите, здесь мужчина, женщина задействованы. Мужчина и женщина. Если смотрит меня женщина, здесь вот как-то мужчина вас состояние вот этой вот ограниченности делал. Если смотрит мужчина, то здесь наоборот, здесь мужчина, женщина. Вот. И здесь, что здесь изменится в этом состоянии? Что здесь изменится у нас? Здесь опять эта женщина, смотрите, вот эта женщина, вот этот дух местности, вот, которая вам будет помогать вот в этом, и она опять, смотрите, с карты маг, смотрите, мешает колода, она опять выходит. Это какой-то человек, который обладает экстрасенсорным, я не знаю, как по-другому это трактовать ситуацию, потому что идет именно такая информация. Если вам не подходит, выключайте, это не ваш расклад. Потому что здесь эта женщина, она обладает экстрасенсорными какими-то способностями эзотерическими. Это может быть ваш, не знаю, таролог, это может быть человек, который там, род ваш, да, по женщина из вашего рода, неважно по какой линии, по мужской, по женской, это может быть дух мисс, это может быть высшие силы, я не знаю, кто, с кем вы там обработаете, к кому вы там обращаетесь, но эта женщина вам поможет, она идет к вам с помощью. Она идет к вам с помощью, вы будете здесь залечивать свою сердечную чакру, да, здесь у вас будет какая-то, знаете, раскрытие этой сердечной чакры, вы здесь будете ее прорабатывать, уйдет это разбитое сердце, уйдет это состояние замкнутости, вы выходите в девяточку пентаклей у меня здесь. Вот, посмотрите, да, какая вы здесь и какая вы вот здесь будете. То есть здесь раскрытие вашего потенциала. У кого-то здесь решится вопрос денег, да, денежная работа, к примеру, да, выйдете, найдете работу, изменение вашего финансового положения здесь однозначно будет, потенциал ваш, да, то есть зарабатывать денег вы будете здесь больше. Какие-то, говорю, новости вы здесь получите, здесь либо общество вы можете поменять, общество рабочее, там, общество, не знаю, там, если вы, там, например, на Ютубе, там, общество, там, совершенно другая, к примеру, вам будет публика приходить, да, либо это семейные какие-то вопросы, у кого-то проиграется эта семья. Поэтому здесь вот вы решите какие-то, может быть, семейные вопросы. Кстати говоря, здесь еще идет информация не для всех, девочки. Если для вас это актуально, слушайте. Здесь вы получите какую-то информацию, касающуюся вашего рода. И это даст вам какой-то толчок в вашем развитии. Для кого это актуально, просто услышите. Для кого не актуально, пропустите мимо ушей. То есть состояние вот этого изолированности, да, поменяется, вы раскроетесь миру, вы станете, вы не будете бояться показывать себя миру настоящего, да, я вот такая, какая я есть, я вот себя люблю, я себя принимаю, принимает меня и Вселенная, как говорится. Изменение финансового статуса здесь и что-то у вас здесь в плане семьи еще у кого-то. Так, это вот перемены, о которых вы не знаете. Поставлена будет какая-то точка у вас здесь. Ну и давайте последнее, что у вас там будет за перемена. Какая перемена у вас будет здесь? Приход птицы, приход каких-то новостей, приход помощи. Давайте посмотрим, что эта птичка нам принесет у вас здесь. Здесь какие-то знания у вас придут. Да? Опять-таки, вы можете узнать какие-то знания, передающиеся по роду, и это даст вам толчок в развитии, для кого актуально, для кого не актуально, опять мимо ушей. Какие-то знания вы здесь, да, шестерка мечей, что-то вы здесь получите, и прям как прорыв у вас будет движение к свету, движение к чему-то новому, уход от плохого к хорошему.
Птичка – это новости, птичка – это знания, птичка – это новая энергия. Да, вот посмотрите, как вы здесь сидите, вы ждете, вы такая вот, знаете, вот если сравнить с этой картой, да, вы здесь открытая, вы здесь готовы любить, принимать любовь, такой словили свой, как сказать, внутренний дзен. Так, что птичка это у нас, что здесь поменяется у вас, что здесь у вас поменяется? Ой, здесь судьбоносно, здесь какой-то кармический период у вас, кармические отработки закончатся, это во-первых. Во-вторых, уйдет какая-то ситуация кармическая, связанная с мужчиной. Смотрите, опять эта женщина идет. Слушайте, у вас здесь полное обнуление, у вас здесь сброс каких-то обязанностей, обязательств, кармическая ситуация какая-то уйдет, и у вас здесь просто обнуление идет. Обнуление, вот эта тяжесть, она уходит, скидываем с себя груз ответственности, да, скидываем чужую вину, вы теперь только ответственны за свои ошибки, за свою жизнь, что-то вы здесь скидываете. Да, состояние жертвы у вас уходит, то есть что-то, какие-то новости, какие-то знания, какие-то, вот что-то вы получите, и это даст вам прям выход из этой ситуации. Что еще здесь? Такое ощущение, что просто эти все карты одно и то же информацию дают. Давайте посмотрим, что еще означает этот приход птицы. Что еще означает? Здесь опять точка будет поставлена. Да, уход. Уход от разочарования, уход от каких-то шансов. Завершение, я говорю, завершение кармического этапа здесь. У вас завершение кармического этапа. Вы будете праздновать победу. Здесь обнуление полное у вас будет. В чем здесь обнуление? Связано с мужчиной. Мне сегодня говорят, почему мужчина? Потому что здесь какой-то бывший у вас лезет. Ну, как я могу? Может, начальник ваш, у кого актуально, да, с начальником. Но здесь больше как бывший идет. Здесь завершение кармической ситуации с вашим бывшим. Вы думаете, что у вас этого не получится, что вы так и будете еще 30 лет сидеть здесь. Здесь говорят, что будет у вас все завершение. Завершение этой ситуации. Что это вам даст? И что это вам даст? Ну все, у вас здесь, во-первых, бешеная интуиция будет работать. Вы примете какое-то решение, которое вы не принимали. Выйдете из зоны комфорта, и у вас жизнь поменяется благодаря этому на 180 градусов. Здесь новый туз кубков, новые начинания. Вот вы из королевы мечей превратитесь в королеву кубков. И новые перспективы вам это откроет. Уход от всего старого. Смотрите, уход от иллюзии, уход прояснения тех иллюзий здесь от этого мужчины. Вот, и вы прям, вот у вас прям новый этап, не кармический. Да? Здесь вот отработка кармы у вас завершена. Вы думаете, что еще не сможете с этим, да, что еще долго не получается, мысли возвращаются к этому человеку. Здесь говорят, что нет, все. Свою карму вы отработали, вы с этим мужчиной попрощаетесь, вот, и все. Собственно говоря, да, какие-то новости от него, либо через него, либо от кого-то вы получите. И это вот как выйдет, эти вот новости, да, заставить документы даже, может быть, либо письма, либо что-то еще. И вот вы выйдете из этого состояния банки. Вот такой вот интересный расклад получился. Девочки и мальчики, я вас всех люблю, всех целую, до новых встреч.